Ребята, всем привет! Меня зовут Олег, Лена, школа Crazy Salsa, и сегодня у нас урок по сальсе. Урок номер 13. И на этом 13 уроке, Level 2, напомню, мы с вами будем разбирать такую фигуру, как La Prima, Con La Hermana и Familia. Длинное название, но фигурка не настолько сложная. Поехали! Мы с вами начинаем с деликино и сначала станцуем La Prima. Что же это такое? А раз, два, три, четыре, пять, шесть, на семь, восемь. Мы с вами выходим типа в раскрытие, но на самом деле мы, в общем-то, практически не раскрываемся. Максимум на пару миллиметров для того, чтобы как раз создать вот это вот натяжение. Вот здесь чуть-чуть. Дальше, используя это натяжение, мы ведем, мальчики, девочку свою вокруг себя. А раз, два, три, четыре. Дальше, партнеры, вы продолжаете движение по кругу на 5, идете вперед, 5, и руку свою правую опускаете вниз, 5, и дальше поворачиваетесь, 6, 7, на месте, на двух шагах, оказываясь лицом к своей партнерше. Это у нас La Prima. Давайте еще разочек. Не забывайте, пожалуйста, о том, что ведение происходит вот в этой руке. Многие из вас любят танцевать. Мне кажется, это не совсем сальса, наверняка такой танец тоже есть. Вот. Но конкретно здесь, после раскрытия, после так называемого раскрытия, да, мы сохраняем закрытую позицию, мы идем раз, два, корпус развернут друг к другу, мы не отворачиваемся таким образом. Раз, два, три, пять, шесть, семь. На 6-7 разворот идет, мальчики, на месте. Дальше. Отсюда мы делаем вторую часть La Hermana, Con La Hermana. Что это такое? Это наше инчуфло. А раз, два, три, четыре. И если мы выйдем на деликино дальше, это будет как раз La Prima, Con La Hermana. Давайте еще разочек. А раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не раскрываемся, натяжение. Лицом к лицу, корпус к корпусу, идем по кругу, сохраняя рамку. Пять, шесть, семь, восемь. Мальчики, здесь еще один важный момент. Я просто поднимаю кисть. Я поворачиваюсь под этой рукой, и я опускаю кисть. Я ничего не делаю дополнительного. Я не начинаю здесь поднимать локоть, как вы очень часто любите делать. Плечо задирать и так далее. Просто поднял кисть. Этого достаточно, чтобы мне повернуться. И дальше я сразу же опускаю ее, потому что мне нужна вот эта позиция. Да? И дальше... Инчуфло, Con La Hermana. Добавляем третью часть. La Familia. Что ж получается? А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Con, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Con La Hermana. А раз, два, три, четыре. И отсюда, партнеры, я иду вперед вместе со своей рамочкой правой рукой. И прихожу вот в эту позицию. 5. Продолжаю двигаться по кругу вместе с ней. 6, 7, 8. Иду по кругу. 1, 2, 3, 4. Это наш так называемый хоровод такой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что я могу здесь делать, девочки? Плечики, трясочки, либо ничего. И дать возможность партнеру вами полюбоваться. Партнеры, соответственно, вы можете тоже какие-то небольшие плечики добавить. Этого более чем будет достаточно. Итак, делаем одно круговое движение. Вот это фамилия. Фамилия. 5, 6 и 7. Мы с вами разворачиваем, мальчики, свой корпус к девочкам лицом. У нас одна рука скользит по другой. Мы не бросаем партнершу и потом привет, чувак. Нет. Мы гладим, продолжаем взаимодействие для того, чтобы партнерша не испугалась и продолжила движение по кругу. А дальше, партнерши, вы держите свою руку со своим корпусом. Здесь чаще всего партнер начинает вас вести на инчуфлу, а вы забываете про эту рамку и не идете на инчуфлу, а идете вперед в этот момент, отламывая себе эту руку. Вперед еще и не вперед, а, как правило, вот в не туда. Поэтому, партнерши, будьте внимательны со своей рамкой. Раз, два, три.
На 4 я перехватываю ручку и вывожу на деликино 5, 6, 7. 8, деликино. 5. Продолжим нашу любимую рубрику, что нужно сделать для партнерши, чтобы запороть этот элемент. Во-первых, на раскрытии. Если я останусь вот в этом положении, то дальше у нас только вот этот вариант хоровода и останется. То есть я должна раскрыться, и у меня плечико должно быть в моем суставе. Не доставайте сами себе плечо из сустава. Дальше я иду. Раз, два, три, пять. И самое страшное, если вы застрянете и не пойдете вперед, и сделаете пару шагов на месте. Шесть, семь. Это значит, ему придется вращаться на 90 градусов больше. Это тяжело. Для того, чтобы вы остановились на месте, в сайсе никуда не шли, он должен что-то прям сделать. Вот прям осознанно сделать. Вот просто так внезапно остановиться на месте вы не можете. У вас заводская установка. Вот я хожу раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Чтобы я остановилась, это должно быть какое-то взаимовоздействие партнера на меня. Если мы не берем какой-то там высокий уровень танцевания, показывание своим телом музыку, то есть прям искусство-искусство, мы сейчас говорим о нашем 13-м или каком-то уроке. На самом деле, если вы вот здесь не остановились и дальше продолжили идти, то проблем в этом элементе у вас больше не возникнет. Поэтому помните о том, что не надо доставать свои суставы из своих плечиков, вам же от этого будет некомфортно, и не забываем просто ходить вперед для того, чтобы у вас все складывалось на вечеринках со всеми партнерами. Спасибо вам большое за то, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы с вами увидимся на следующих занятиях. Пока-пока!